думал о том, стоит ли записывать вообще, в принципе, свой бэкграунд. И решил его все-таки написать. Давайте поговорим о том, кто я. Я родился в Волгограде 11 ноября 92 года. 5 лет я жил в детском доме номер 7, после чего меня усыновили. Но в 12 лет я уже свалил от приемных родителей и начал строить свою историю. Я, честно говоря, был местным хулиганом, прогульщиком, курильщиком. Уже заглядывался на девчонок старших классов, не имея даже понятия, что такое интимная жизнь. И ключевую роль в моей жизни сыграло, наверное, качество характера в отношении наглости и отсутствия белоручия. Ну, то есть я брался за любую работу, даже самую грязную, лишь бы достичь своей цели, результата или какой-то выгоды. Именно эти качества мне помогли устроиться к первому работодателю в 12 лет, когда я ушел из семьи в кафе у азербайджанцев. Я мыл там грязную посуду за гостями. И там я долго проработал, почти 3 года. Ну, там 2, может быть. И лет в 15 уже я работал арт-менеджером, диджеем, ведущим. Сдавал с другом музыкальную аппаратуру на центральной набережной Волгограда. Там по местным заведениям. Ну и тогда столкнулись с настройкой первых рекламных кабинетов в социальных сетях. На самом деле, хотел бы отметить, что это было самое яркое время в моей жизни. Ну прикинь, 15-летний школьник зарабатывает больше родителей моих одноклассников. Жизнь вообще в стиле рок-н-ролл. Я до сих пор не понимаю, как я с тех времен не спился и вообще остался жив. Вечно молодой, вечно пьяный. Песня такая была. К 20 годам я сменил уже кучу работодателей, кучу сфер деятельности, работы и прогорел не в одном десятке своих уже стартапов. Но что-то всегда меня заставляло подняться и двигаться дальше. Не, а сейчас так не подумать, что я какой-то бизнес-тренер или там мамкин сын, которому упаковали жизнь, дали бабла. Я просто всегда был парнем, который хочет стать успешным и независимым, финансово независимым. Время шло, история продолжалась. К 25 годам я осознал, что зарабатывая деньги дяде, то есть работодателю, я застряну в кабале ограниченных сумм заработка и всегда буду зависеть от других людей. Именно поэтому я постоянно рисковал. Открывал все новое, и с каждым разом все безумнее стартапы. В итоге научился зарабатывать деньги. Научился. И научился это делать независимо от кого-либо. Но в 26 я уперся в потолок в своем городе. Так как услуги моей деятельности по интернет-маркетингу не имели клиентов с хорошими чеками. Все встречи происходили офлайн. И клиентов было очень сложно находить, а онлайн клиенты хотели встречи, и в основном это была Москва. Вообще, в 26 лет я пережил самые сильные финансовые потери и ушел в депрессивный образ жизни. Я на тот момент связался не с теми людьми, а оказался в полной жопе. В один миг, как бы, люди из 90-х сломали мне все мои планы развития и оставили меня не только без моих накоплений, бизнеса, средств существования, но как бы и без возможности остаться в своем городе. И это была своего рода точка невозврата. Спустя неделю после одной ситуации с этими людьми я уже ехал в плацкартном вагоне в направлении Краснодарского края поближе к морю. Просто поближе к морю. В поисках умиротворения, перезагрузки своих мыслей и сил. Сил для того, чтобы подняться после самого, пожалуй, сильного потрясения в моей жизни. Ну, как бы не прошло и пару месяцев, я распродал все свои гаджеты, так как возможности зарабатывать в курортном городе я не нашел. Не нашел зарабатывать там даже на элементарное питание. Не говоря уже о новом стартапе, который мне всегда хотелось открыть. Казалось бы, я приплыл. Но именно в этот момент произошло самое главное событие в моей жизни. Я наконец-то понял,
я наконец-то понял, что терять мне больше как бы и нечего. Я продал последнее, что у меня было, iPhone 7. Купил билет на BlaBlaCar до Москвы. И это самое лучшее решение, которое я тогда мог принять. И это самое лучшее, что случилось за все 25 лет, 26 лет, которые я жил в своем городе. Наконец-то я переехал в Москву. 2017 год, ноябрь, кожаная куртка, летние конверсы, хостел и 2534 рубля в кармане. Сейчас 2020, и у меня все хорошо. Я монетизировал свой бизнес по услугам диджитал рекламы. И всегда это делал качественно. Делал качественно изначально для того, чтобы заработать себе на хлеб, а потом просто это стало привычкой, я набрался опыта, и у меня настолько высокая доля ответственности за деньги моих клиентов, что я никогда не позволю себе сделать говно и слить чей-то бюджет, потому что я по-настоящему знаю цену деньгам. Мне не интересно заводить клиентов на чек и потом с ними прощаться. Мне интереснее налаживать долгосрочные взаимоотношения с моими заказчиками и получать от них абонентскую плату на постоянной основе. Я считаю, что это залог успеха, потому что это стабильность своего рода. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайк, кому понравилось мое откровение. До новых встреч! Your head so hard, bitch.